Недвижимость в Турции. Paradise Alanya. Дорогие зрители, я вас приветствую. Нашел в районе Махмутлар дизайнерскую квартиру. 2 плюс 1, трехкомнатная. Расстояние до моря максимум 500 метров. Находится в хорошей локации. По всей квартире у нас ламинат. Один большой балкон. Сторона юго-восточная и восточная. Здесь улица Ататюрка. Там море. Субботний рынок в той стороне. Тоже с шаговой доступности. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Здесь прихожая. Потемнело вроде. Спальня. Выход также на балкон. Кондиционер фирмы SEG. И также вся бытовая техника фирмы SEG. Еще посмотрю. Good West — это у нас духовка, плита, вытяжка. Это новая фирма, которую я не видел. Кого интересует недвижимость в Алании, звоним по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. Один санузел, один балкон, спальня. Шума от дороги никакого нету, потому что квартира находится спереди от дорог, позади этого проекта. Покажу, где бассейн. Вот. Бассейн, сейчас я покажу вам, спущусь вниз. Минимум здесь квадратных метров 85-90. Между ними вся полезная площадь. Так. На этаже 1, 2, 3 квартиры. Забыли мусор выкинуть. Вызовем лифт. 4-5 человек вместимость. Проект был сдан 13-14 лет тому назад. Вышел я из лифта. Есть пандус. Генератор, беседка и бассейн. Да, они запускали, летом запускали, сейчас не запустили, уже слили воду. Дорогие зрители, жду вашего звонка. Всем. Скажу еще раз цену. 143 тысячи евро цена этой квартиры. Ай да, 300 лир. Расстояние до моря максимум 500 метров. Район Махмутлар. Всем пока-пока.